Сезон 3D-охоты открыт. В Иванове прошел зимний кубок по 3D-стрельбе из лука. В наш город приехали полсотни участников из Москвы, Владимира, Нижнего Новгорода. Турнир по 3D-стрельбе отличается от обычного тем, что вместо привычных мишеней используются объемные фигуры животных. Попасть в волка получилось не у всех, а вот сусликам и бобру досталось сильнее всего. Материал, из которого выполнены звери-птицы, на ощупь похож на резину. Это вспененный полиуретан. Фигуры животных делали на заказ. Стоимость самой маленькой – 2500 рублей, а, например, волка – 18 тысяч. 3D-стрельба из лука относительно новая для нашей страны дисциплина, но вместе с тем активно набирает популярность. В этих соревнованиях могут принять участие практически все желающие. В обычных соревнованиях по стрельбе из лука, таргет так называемый, есть только блочный лук и классический лук. Значит, в 3D дисциплинах есть такие классы, как исторический, инстинктив, блочный лук, классический лук также представлены, есть также борибол и другие классы. В турнире участвовали не только взрослые, но и дети. Организаторы соревнований рассказывают, что некоторые девочки в 8 лет стреляют лучше, чем мальчишки в 11-12. Дело в том, что они более внимательны и собраны. Вика Кельман занимается всего 4 месяца, но это уже второй турнир, в котором она смогла принять участие. Я смотрела по телевизору с родителями олимпийские соревнования. Дальше я начала играть в такие игры, и мой друг сказал, что он стреляет из лука. Я тоже захотелось из него стрелять. Федерация стрельбы из лука в Ивановской области готовится принять один из этапов Кубка России по 3D-стрельбе, что очень почетно и ответственно. Заявка от региона уже одобрена. Мы, естественно, сразу согласились, потому что это новый регион. Для популяризации вида спорта это очень хорошо. Сначала соревнования пройдут в Курске и Брянске, а затем в Ивановской области. Предварительно в качестве места для проведения соревнований выбран Витюкский район деревни Рожство. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.